из всей линейки мужских из Сен Лорана мне понравился вот этот. Ультимейт. Остальные, если честно, мне не понравятся. А из женской, из классических версий, конечно, Floral Shock. Зацените. Я знаю, вы не почувствуете. Вот такой приятный аромат. Ну и из новинок вот такой ничего. Ну, конечно, Мон Парис лучше всех. Я не знаю, почему парижские версии духов самые вкусные, но правда, очень вкусные. Ив Сен Лоран. Мон Пари.